Так, Артём, самоубийство, когда в начале боя тебе идет убивать ЛТ, когда ты берешь отметку на арте. Слушай, да, это как бы вообще не должно бесить. Нормальная тема. Нормальная тема. Знаешь, как это? Раз ты играешь на арте и там особенно делаешь отметку, ты должен быть готов, что ты упадешь по отметке вниз. Все. И когда ты... Иван Страхов первое, что показал, так-то давно подписан. Да, я помню, Вань. Помню. Вот. Ты уже должен сразу считать себя мертвым. И тогда игра будет играть другими красками, понимаешь? Когда ты уже знаешь все. А тут с каждый выстрел он только радость будет приносить. Так, Вадим, хороших попаданий. Всем удачи. Я спать завтра рано на рынок. Давай. Кастет Мантикор приедет. Приехал уже. Так, Алекс. Все арты продал, кроме первого и девятого американца. На всех артах мастера по одной отметке, на вторую получается 2,61, 83%. На вторую получается или не получается? Смотришь, как ГГВЕ мимо бьет. Ну да, раньше он был другой. Сергей Николаевич, зашел в эту помойку, 3 победы, 15 поражений. Такие дела. Серега, давай тогда это. Оставайся пока на стриме. Может, посмотришь, может, поймешь, что у кого-то бывают и хуже дни. Так, ну что, Мантикора, кого-то подсветит на переходе? Не может же быть, чтобы ЛТ не поехал сюда. Хотя все может быть. Ладно. А, Мантикора даже в свету каким-то образом очутился. Сергей Ткаченко, здорово. Вот. Ты артово, ты попал на канал, да, где играют на арте. Стримы провожу на арте. А как на стрим попал? Через шорцы или так? Сидел, скучал, тыкал, куда попало. Смотрите, опять перелет. Понятно, оглушил там все такое. Я лучше стрим с приятным стримером посмотрю. Да, я об этом же. Есть планы заменить веб... заиметь веб-камеру? Нет. А зачем она? Зачем веб-камера? Я вообще не понимаю, зачем веб-камера? И вам зачем дядьку разглядывать? Мы же уже к этой теме 100 раз подходили, что сисек у меня нет, бровями шевелить я не умею, все. Точка. Дима, я был на стриме YouTube Shorts, понял. Перешел, короче. Игорь Ткаченко, доброй ночи, Михаил. До скольки стрим? Да, пару часиков будем точно. У меня такое, знаете, как бы плохо не было, я все равно часа 3 стрим провожу, а там по обстановке. Ну, было за редким исключением, знаете как. Слушайте, как они все по красоте стоят. Просто этот самый... Вражеский ЛТВ, ой, ЛТВ, артовод будет сволочью, если начнет бить по трассерам. Равно как и я бы был максимально нехорошим человеком и отмороженным. Представьте, тут можно такие раздачи делать. 3900 уже настреляли мне по ассисту, представляете? Не, дядь Миш, привет. Я за собой заметил, что в игру захожу каждый день, а в бой выхожу раз в неделю. Сейчас, ребят, подождите. Что-то Е4 замер. Или ИСУ 7. Е4. Зачем? Маловато, надо было ИСУ 7. Так, захожу каждый день в бой, выхожу раз в неделю, но при этом, когда в бой выхожу, винрейт 70. 70% побед. Как это работает, не понимаю. Слушай, ну бывает. У меня тоже бывает такой. Вчера, кстати, мы хорошо. Винрейт был неплохой, вроде бы. А, не, вру, вчера было херово. Сегодня 8 боев я сыграл, там почти все победные были. Хотел сюда стрелять, но ладно. Смотрите, что делает Тай. На верную гибель пацана толкает. Наталья Владимировна, добрые игры, накрыл, пробил, поджогов, понял. Уларя, меня сегодня после удачного выстрела потерпевший в личке писюнами обложил, считаю это признанием. Ну, слушай, да, мы понимаем, о чем речь, но все равно он мудак. Невоспитанный, во-первых, а во-вторых... А во-вторых, что во-вторых? Слабый. Народ слабый. И вот эту свою слабость таким образом выказывает.
Зашел в игру, его там туда-сюда. Короче, слабаки. Ой-ой-ой, там тайп вышел. А я даже не пойми куда. Представляете, вот сюда попал. Вот зараза. Так, тайп, ты пока живи. Что тут у нас еще? Е100. Я, знаете что, я не посмотрел, сколько было хп изначально. Приветствую. С недавнего времени начало нравится играть на арте. Спасибо вам за ваш контент. Так, спасибо за донат. Сейчас мы тут победим немножко. Я так сразу все не вычитаю. Просто как же все-таки... Как же хорошо иногда бывает, да? 2 секунды рядом хотя бы. Нет. Ладно, переезжаем, пора. Так, Дамастер, 5 боев в городе, снаряды тупо в дома или в край сведения. Дима Тищенко, я вообще блиц играл, я хочу бы начать на арте, какую ветку посоветуешь качать для новичка? Слушай, советы. Советскую ветку или америкосов, но лучше с советов начни. Там у тебя все будет. Что, ждем? Да. Вот это сколько? 8 снарядов. Надо все откидать. Надо откидать все. Чего непонятно, ботами игра помогает. Да, Сергей Лазбень, привет. Какую пушку ставить на ГВЕ 8 уровня? Слушай, ну, я тебе так скажу. Я постоянно играл на топовой пушке. Потом мне это дело надоело. Я поставил стоковую. И, в принципе, сказать, что я там недоволен, нормально. Просто для оглушения кинул скалу, видели? Туда никак не получалось. Проблема с ЛТ. Поздно я увидел, если честно. Может так случиться, что я умру. Неожиданно. Ничего себе, смотрите. Без сведения кинул. 759. Это я уже, знаете, такое. От фонаря кидаю. Вообще, на самом деле, боюсь, что ЛТ уже где-то здесь. Вот это бабахи. Видели, как прилетело отлично. Мне надо, чтобы ЛТ подсветился. Если бы подсветился ЛТ, я бы был самый спокойный артовод на этой катке. Ладно. Ну, видите, там ЛТшки точно нет. Ему давал. Я ему давал, что он сюда спустится, а он не захотел. У меня еще 5 снарядов. Знал бы, конечно, по газам дал и уже был бы где-то на 6-й линии, может быть. Стреляю, а что делать? Ой, ЛТ остался. Мне показывают, куда мне ехать. Ну. Ребята, жду, не отвлекаюсь там ни на какой чат, потому что жить мне
Очень немного останется, если ЛТ сюда прилетит. Раньше бы можно было... Ага. Давай. Так вот мы его выкурили. Так, пойдет. Какая арта имба для вас? Ну, слушай, ну вот хорошая арта, десятка. 261 тут. Так, Сергей Ткаченко, за 70 боев лишь одно пробитие на 900. Это обычно. Это, ну, маловато, конечно. А на каких левелах, Серега? Это маловато. Хотя бы одно-два пробития должно быть на 10 боев. Ну как должно быть? Хотелось бы. Вот я играю примерно за стрим, у меня ну, 2-3 пробития точно есть, а то и больше. Это 20 боев примерно. Короче, дали мастера. Мастера за 2700 урона и 400 по ассисту. Правильно ж? Не ошибся же я. Причем, смотрите, тут у нас пацаны нафигачили. Отличненько.